По этому поводу он самую лучшую песню написал Михаил Михайлов, он сам афганец, полковник погранвойск. Песня с глубоким смыслом, я понимаю почему. Нас, к сожалению, история учит только тому, что ничему нас не учат. Вот. Поэтому мы на танках все пытаемся куда-то въехать. То в Грозный, то в Варшаву, то в Прагу. Ничего из этого не получается, к великому сожалению. Танки в загоне, поэтому защиты от противотанковых гранатометов нету танков. Горят вместе с экипажами. Но вот в Афганистане их великое множество полегло. Но до сих пор вдоль дорог можно видеть остовы танков с надписями, кто здесь погиб. Афганцы не трогают, не сдают на металлолом. А на Саланге даже защищают. А вот недавно, к сожалению, умер. Вот год начинается с того, что умирают замечательные люди. Может быть, кто-то знал. Он был членом московского правительства, да, секретарь ВКСМ, Локтионов Сергей. И он тогда еще в 87-м рассказывал. А я, говорит, на 66-м высота, я говорю, какая? Ну вот представь, я выхожу утром зубы чистить, да? А там танк, капонир и там земляк. Стою на краю ущелья, а подо мной облака и орлы летают. На такую высоту забраться танку советскому. Ну вот. Мы же все побросали, танки не нужны, что очень обидно. Называется он «Дорожный знак», эта песня. Здесь дорожный знак не в законе, есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку, нет колес, так груз на плечо. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, стянуты с дороги на край, с нецелованными губами отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башек на дорогах этой войны. Сколько обелисков из башек на дорогах этой земли. Скольких мальчиков наших под броней не уберегли. Вверху глянь, а хочешь с изнанки, все чисты, их долг освещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Не видно ни по чьей-то оплошке копан знак, как будто навек. Не для этой только дорожки, для дорог стоит он для всех. Мир до боли мил с позаранку, вот помолился, будь я крещен. В нем нельзя кататься на танках, танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, танкам в нем проезд запрещен. Вот такая вот, Мишке, мне кажется, вот тебе понравилось. Вот